Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. Сегодня мы с вами едем на дачу. Вчера ночью мы со Славой очень много хлама. Ну как хлам? Блин, я просто привыкла называть все вещи, которыми я не пользуюсь, хламом. Но на самом деле это хорошие вещи, просто они мне сейчас не нужны. И на даче им самое место. Поэтому, в общем-то, весь этот хлам вчера мы со Славой разобрали с балконов. То есть теперь у нас практически два пустых, чистых балкона. И когда мы вернемся с дачи в Москву, я вам их покажу, расскажу, что я там вижу, что там хочу, чтобы было теперь. Но, если честно, я хочу, чтобы всегда везде было всего по минимуму. Все было чистенько и все такое. Мы сейчас выходим. Сегодня было очень сложно встать. Мы встали в итоге в 1:30. Для нас это сложно, потому что мы всегда очень поздно ложимся, особенно после недели влогов Славы. Привыкли, в общем-то, поздно ложиться. Вивьена остается дома. Она этому, в принципе, очень рада. Утром мне позвонил дедушка и сказал то, что типа, Юль, если что, приезжайте завтра, потому что он сам сегодня в Москву ездил, то есть сейчас мы примерно в одно и то же время поедем из Москвы на дачу. И там уже встретимся. Но я подумала, что лучше не откладывать на завтра то, что я планировала сделать сегодня. И Слава тоже говорил, типа, да ладно, давай поедем уж завтра тогда. Сложно было просто встать, еще не выспались, состояние такое дурацкое. И вы не подумаете, вот, типа, так поздно встаете. Мы просто и спим мало, и ложимся поздно. Но я рада, что сегодня наконец-таки я встала раньше 4. Кстати, в последнее время обожаю просто ходить с хвостиками. Посмотрите, как со спины круто выглядит. Круто, да, зяй? Где твоя Ариана Гранде? Ариана Гаранте. Ты будешь за веселым? Ладно? Ты Лада Гаранте. А то на прошлом влоге с дачи Слава там очень, ну, такой, типа, без улыбки. Да, конечно, без улыбки. Меня потащили, просто заставили ехать, и мне было не кайф. А ты еще и видео снимала, и мне надо было, типа, а я еще впереди сижу. Что за глупости? Ты просто не выспался, ну, да? Ну, еще и не выспался бонус. Ну, знаю, я всем говорю, что ты просто не выспался. В общем, да. Ну, знаете, мужчина ли такое? Я ему такая говорю, женщина ему, ну, поехали на ранчо. На дачу. Мне послушалась на ранчо. Поехали на ранчо. Зай, долго мне тебя еще ждать собирается, принцесса моя? Блин, да у меня просто волосы мокрые. Ну, высуши. Да я вроде их сушила, кажется, не сейчас чихну на него, не могу. А где будь здорова, любимая? Ну и чихаешь ты. Кстати, вы в курсе, что я очень жестко чихаю? Ну, типа, есть девочки, которые чихают так. Чи! Даже Слава так жестко, как я, не чихает. Каждый раз, когда я чихаю, все мои друзья, которые находятся рядом со мной в этот момент, Слава говорит, что я... Как кто я чихаю, зай? Как твой дед? Как мой дед. Слава говорит, что я чихаю, как его дед. А Надя говорит, что я чихаю, как ее отец. А я думаю, что я просто чихаю так, как чихаю я. И да, я чихаю очень жестко, потому что каждый чих для меня, это должно быть кайф. И чтобы максимально кайфануть, я прям со всей дури это делаю. Я не специально это делаю, просто у меня такие чихи. Я аллергик. Ах, я в шоке, так светло сегодня. Мы просто обычно поздно встаем ночью. Хочу вам показать багажник. Давай ее назад уберем. Да, пофиг. Так, вот, смотрите. Это две тумбочки прикроватные, которые... И мы их увозим на дачу. Стой, не закрывай. А здесь у нас 4 вот такие коробки. Моя картина, цветочки, лопата. Все, все просто. Все собрали. Ух ты ж, будь здоров, мой хороший. А, ребята, в моем видео я же не говорила. У Славы неделя влогов на канале. Вы можете зайти к нему на канал, ссылку я оставлю в описании, и посмотреть целых 7 видео, влогов, в которых много меня, его жизни без меня, пока он работает, например, показывает свои какие-то штучки. Кому интересно узнать моего парня поближе, кто его вдруг не знает так близко, понятное дело, как я, никто из вас его не знает. Но он в своих влогах как раз показывает то, чем он живет, в принципе. То, что вы и так знаете то, что мы вместе живем вместе. Но он там показывает свои книжки любимые. Даже снял, как мы ругаемся. Даже снимает, как я просыпаюсь. Он сумасшедший. Но самое жесткое... Чисто такой лайфстайл. Лайфстайл. Но самое жесткое то, что он снимал момент, когда мы ругались.
И мы реально поругались. Аж целых два влога там есть, в которых мы ругаемся. Вот, чтобы вы понимали, за неделю, ну, как минимум два раза мы должны поругаться. Но это нормально для наших отношений. Мы не то чтобы любим ругаться, но мы можем поругаться, посмеяться, а потом помириться. У нас такая, ну, страсть такая у нас. Да, нормально, нормально ругаться. Ну, когда ты живешь больше 2 лет вместе, это нормально хотя бы минимум 2 раза ругаться. Согласен. Математика, 2 года, 2 раза в неделю ругаешься. 3 года, 3 раза в неделю ругаешься. 4 года, 4 раза. Да, ну грубости не говори. Грубости? Вася, Вася, а еще у меня клип вышел. Если ты не видел, зайди, пожалуйста, ко мне на канал, посмотри, поставь лайк, комментос, и все будет вообще зашибись у тебя в жизни. Короче, мы приехали в Макдональдс, светит солнце, поэтому такие странные лучи на моем лице. Мы сегодня еще ничего не ели, ничего не пили. Ну, правда, я попила немножко кофе домашнего, но ты же понимаешь, это не капучино из магазина. Ты ничего не попил, не поел, да? Сначала нас навигатор повел другой дорогой, которой мы обычно не ездим на дачу. Обычно я вообще еду без навигатора, но перед тем, как поехать, всегда проверяю по пробкам, все такое, чтобы понимать, куда лучше. В общем, он повел нас другой дорогой, и я такая думаю, блин, я этой дорогой никогда не езжу к дедушке на дачу, этой дорогой еду только к маме на дачу, и по моей памяти там фиг встретишь Макдональдс. Точнее, встретишь, но фиг знает когда. Вот, и мы ехали-ехали и выехали на ту дорогу, которой мы едем к дедушке на дачу, и встретили Макдональдс. А, ребята! Мне за это не платили, но так как я вас люблю, мои хорошие девочки, подружки и братишки, в Макдональдсе сейчас проходит акция. Мы просто фанаты этих стаканчиков. В общем, там, когда берешь типа комбо какое-то, тебе стаканчик дают в подарок. Мы их обожаем. Мы с прошлых годов пользуемся. У нас где-то 3 стакана дома было. Или нет, у нас 2 стакана дома. И вот сейчас у нас будет еще один. Вчера мы были в Маке, и нам дали еще один Мак. Какой же ты... Ладно, ты что будешь? Капучино буду. Капучино. Добрый день. Здрасте, можно большое капучино 0,4? Чё ещё? Роял бекон. Чё? Роял бекон. Роял бекон? Скажите, а у вас акция вот со стаканчиками проходит? Нет, уже все на таком слоте. А, хорошо, можно тогда... Вчера последний день был, оказывается, поэтому, ребят, извините за эту недостоверную информацию. Я же говорю, а? нам не платили. Чикенбургер по акции за 30 дней. А это как? Просто заказываешь и все? Ну что ж, ребятки, мы приехали на дачу. В машине не снимали, потому что в предыдущем влоге мы все, считай, снимали в машине только. Вот, ну и плюс ко всему камера другая, не фишай, поэтому в машине так себе снимать. Вот, с кайфом послушали старые песенки, там ягоду, что по кайфу, наши песенки подпели такие. Вот, так что сейчас уже приедем. Опа! Хлам в шоке, картина в шоке. Ну подождите, куда это мы едем? А когда мы уже приедем? Достану карточку. Отворот. Поворот. Вот мы и на месте. Пушок, привет. Дедуль. Привет. Привет, моя солнышко. Я тебя на фото ружье снимаю. Теперь на его место назначен сын Ельцинского короля. Мы, дедуль, привезли кучу хлама есть тебе. Я что привез? Ты себе привез, а не мне. Дедушка говорит, что я потом здесь буду с этим хламом разбираться. Сама будешь потом разбираться. И в этом ты прав, дедуль. Но лучше здесь я буду с этим разбираться, чем в Москве. Короче, сейчас мы все перетащим. Давай. Там много всего. Рассказывай, дедуль. Беседка. Москит беседку еще поставить. Ага. Затемнить его надо, видишь, это светло как. Да на самом деле нормально. А? Да нормально. Ну нет. Нормально. Стекло. Вот тут душно, а ты чего дверь закрыл? Ага. А тут пушок уже пролезал? А что это там стекло разбито? Там не разбито, плёвку нашло. Ага. Нифига. Думаешь, он сюда пролезет? Засовывал ты его туда? Да. Классно. Что такой стол надо?
А этот стол покрасить нельзя? А чего красить? Его можно застелить. Нормальный стол. Тебе нравится? Я тебе говорил, ты не захотел. Его просто надо на самом деле, ну, вот эти палочки, например, просто покрасить в коричневый, более свежий. Ну, знаешь. А как его сюда затащили? Его вытащить можно это будет потом? Этого не было. А-а-а. Они стояли здесь вот. Да. Свет. Классно. Да. Кёргишь, у тебя тут включается еще раз, еще скоро и больше. Классная штучка, смотрите, да, как клево придумали для кошечек. Вот это нравится. Оп. Что такое? Вот. Жесть, я же со своими ногтями не смогу. Я с этой стороны открою, пускай здесь вот это будет. А здесь москитная сетка будет. Ага. Я со своими ногтями как это сделаю, дедуль? Что? Вот открывать? Так, как ты, да. Да, трудно. Послать открыть. Ну да. Гады, стекло побили, плохо видишь. Да ладно, сейчас все равно тут пыль налетит, когда пол будут делать. Прикольно, классные стекла, в них отражается дом наш. Вот. Видите, я. Вера хорошо это сделала, вот она хорошо плитки обложила здесь. Да, и по кругу можно пройти лучше, чем было, да? Что, ребят, помните, как было раньше? Сейчас я вам покажу, как было раньше, найду кадры. Давайте я вам проведу экскурсию, да? Ну, вы, наверное, видели, это беседка. Там обитают коты. Иногда мой кот там сидит. Кстати, на улице влажно, и дождик маленький капает. Так, ребятки, кто приедет ко мне на дачу сорняки вырывать? Вот на Тлибе вчера еще сделали. О, прикольно, прикольно вообще. Тютюля. Дедушка меня так всегда в детстве называл. Ну и сейчас тоже называет. Я не боюсь, да. И Тригонелла, да. А почему ты так назвал? Тригонелла, потому что ты такой живая. Да, на месте не сидел. Ну ты что, как Тригонелла, я говорю, там. И все, я в 15 лет. Короче, я тут привезла очки, которые у меня из мармалата были. Говорю, дедуль, типа, что с ними делать? Вот такие по мере, может, такие тебе хорошо будут? Дедушка меряет. Вот, эти уже получше. Тебе, кстати, даже неплохо. Вот, оставлю здесь, конечно, машину. А это я же, что, в кабинете подарил. А вот такие. А, очки все вот эти? Да. Ну, ладно. А, Марк, кстати. В очередном осенне-зимнем периоду Газпрома в преддверии. А помпоны тебе нужны? Чего? Помпоны. Ну, не знаю, ты же очки кому-то будешь дарить, может, ты помпоны кому-то подаришь. Ну, дедуль, расскажи. Чего-нибудь. 28-го поеду. Она в Ереване летает, садится, и потом в Белисе. Я буду в Батуми поехать. Что-нибудь веселенькое расскажи. Вот. Натурального, домашнего, сухенького лица попить. А что ты пока приедешь? Ты приедешь, самолета нет. Да. Как мотаться так? Да это жесть. Говорю, дедушке, зачем ты в Грузию уезжаешь сейчас? Еще ж даже не похолодало здесь, в Москве. Да сейчас вот это бабе лето сейчас пройдет и все уже. Ну вот и поехал каждый бы, когда уже это бабе лето. Так, может, 18-го начнете уже. Кто его знает. Уже сколько, уже дней 10 хорошие погоды. А два билета бывают всего 2 недели, примерно так. Не знаю. Там же тоже дожди. Да, там дожди. Грузия. Скоро у Гоши день рождения 16-го. У твоего дедушки тоже 16-го, да, было с сентября? Да, да, тоже так. Я не заметил, я не заметил. Да, ты даже не запомнил такое? Я не обращал внимания. Вот, Эльвер, слушай, смотри, когда кошка родится, нет? Я говорю, 16 сентября. Смотри, наш дедушка тоже 16-го. Вот совпало, а? Правда. Да, жесть. Ну, правда. Правнука, который стоит. Он меня пугает. А это Гоша, и ты. Очень пугает. Ну-ка. Что помнишь, дедуль, про мое детство? Ну ты же у нас выросла, Юлечка. Да. Ты же кто у нас же. Тебя как? Они же молодые были, что отец ушел, мать. Угу. Подбросили тебя, откидыш. Да. И, а ведь наоборот, рады были так. Да, мне понравилось так, да, на даче в детство. На велосипеде. 4 месяца. Питер с моря дул. Как это тебе писать, пожалуйста? Потому что тебе ноги, знаешь, ты укутанный. Да. Да? А ноги так. Прямо прыгает на тебя.
Ну и смеялись там, ребята. Смотри, смотри, уже пляшет, говорит, уже. Ну, твой друг был Шерхан, конечно. Да. А там, значит, никого не подпускал. Шерхан — это доберман был. Но я его совсем не помню, потому что я была маленькая. Но есть фотографии. Можете посмотреть мое видео, где я показываю детские фотографии. У меня есть оно на канале. И там я показываю фотки как раз. И там Шерхана видно. Ты же издевался над ним. Ух, скулит. Да, мне постоянно рассказывали. Что, что такое? Смотри, ты сидишь над ним. Я ему в уши песок сыпала, да? Да. Вот так. Доберман, представляете? Доберману в уши песок посыпать слабо. А что с ним случилось? Его убили? Ты пропал, еще убили, уже убили, не знаю. Ну, кошек не любил, ты сам знаешь. Ты там разрывал было... прям их, да? Ну, да. Там собрание было. Ага. У старушки. Да. Держал кошку, а он как увидел, и за кошкой побежал. А маленький ребенок, ну, бросил кошку. Да. А он перед ней шап за спину. А-а-а. Нас и убил. И подозрели, что они отомстили там. Потом взяли Лайк или Норт. Да, да, да. Тоже голубоглазый, лилия на лбу. Тоже у нас украли. Думаешь, украли все? Украли. Он же убегал и возвращался, да? Да он тебе катал на сале. Да это я помню. На велосипеде катал. Колбасу привязывали, что вы ему там? Он придет, когда погуляет. Здесь черный был, помнишь, собака? Да. Чернишь. Да. Они вместе гуляли. Угу. Они же не гавкают, они воют как волки. Да, да, да. И он научился гавкать. Уже стал гавкать. А-а-а. Велосипед ты садился, он тебе катал, он веревки привязывали. Угу. И он тянул тебе, на сани тянул. На повороте, раз ты упадешь, а он пошел, потом смотрит, упал. А-а-а. Сидит, ты, стоит и ждет тебя. Я за тобой уже шел. Да с собаками жесть вообще, да, у нас? То украли, то еще что-то, да. То убежал. Вот. Как собаке надо же тоже, чтобы она... Побегала хорошо. Ну да. Хорошо погуляли, смотри. Да, вот и дом наш. Сразу. Пока поговорили. Да. Дом мне самому понравился. Классный цвет, да, вообще? Вот, нормально, ты правильно выбрала. Вот. Благодарю. Я хотела с тобой, знаешь, о чем поговорить? Чего? Веришь ли ты в гороскопы? Мы уже едем с дачи. Ну, я скажу так, что у меня подруга астролог, и она очень круто все рассказывает, то, чего на самом деле... Блин, вот... это так круто на самом деле. Так я не договорил. И она может рассказать такие о тебе вещи просто по твоему имени, фамилии, там, дате рождения и прочее. Ведь гороскопы, в принципе, тоже так почти работают. Я думаю, что какие-то шаблоны все-таки есть в этом всем, но и они работают. Но прям вот читаю свой гороскоп, например, сегодня утром, и я не верю в него на 100%, думаю, но класс, ничего плохого нет и хорошо. Ну, например, или, например, если, ну, есть такая вероятность того, что я могу применить этот гороскоп в сегодняшнем дне, то я, в принципе, ну, придерживаюсь его, но я прям не верю, я не считаю, что там какая-то правда или то есть, что-то. То есть, грубо говоря, если там написано сегодня избегайте там каких-то ссор. Да, я постараюсь сегодня избегать ссор, но при этом я не считаю, что даже если я не буду избегать ссор, то я на что-то напарюсь, например, грубо говоря, это все, ну, из разряда эзотерики какой-то, то есть веришь, не веришь, это может быть, а может и не быть, но, как говорит моя мама, предупрежден, значит вооружен. Нет, знаешь, не обязательно прям во все верить, просто мне кто-то написал, что Юля, ты слишком много во что веришь. Ну такая, да, веричка. Потому что я тоже считаю, что, ну вот знаю я это, что мне плохо будет от этой информации? Нет. Потому что я предупреждена, Вася, вооружена. Но хотела я спросить даже больше не это, а веришь ли ты в совместимость знаков зодиака? Ну, люди разные бывают. Вот я рыба, например, я знаю, что рыб тоже разные типы бывают. Первое, давай, что мы проверим с тобой, нашу совместимость, козерог и рыба. Я как-то смотрела и со Славой, точнее с рыбой, Славой, у меня совместимость есть. Не стопроцентная. А чё, как мне это найти? Пишу козерог, рыба, совместимость? Да. Там нужно выбрать, типа, то, что женщина, ну, девушка козерог, мужчина рыба. То есть это тоже играет роль. Так,
совместимость мужчины рыбы и женщины козерога. Союз, где она козерог, а он рыба, по праву можно назвать идеальным. Они прекрасно ладят, понимают без слов, физическое притяжение сильное, обычно сочетание знаков бывает двух видов, причем различия определяют качество мужчины. К первому виду относится сочетание, где рыбы не являются кем-то выдающимся, среднестатистические люди, это точно не обо мне. Тогда в этом союзе козерог надежный тыл и опора, рыбы боготворят женщину, обсыпают ее комплиментами, словами любви. Ко второму виду относится пара, где у рыб есть выдающийся талант или умение. Козероги сразу понимают это и становятся крепким фундаментом, направляют своих половинок, помогают. В любом случае, оба вида пар, рыба и козерог, можно назвать счастливыми и удачными. Почему Бусечка? Ура! Но хочу сказать, что мне козерогу с рыбой крайне сложно. Но сложно, но возможно. Мне реально нравится наш с тобой союз. И я понимаю, что все-таки знаки зодиака, ну, они решают. Есть такие моменты. Например, я злюсь, ты можешь меня успокоить. Ну, мы уже об этом рассказывали в каком-то видео. Не каждый мужчина, не каждый там даже девушка, друг, знак зодиака, да, меня может успокоить так, как ты. Так же, как ты, например, когда ты грустишь, я прихожу такая веселая к тебе, грустничек, ты мой хороший, не надо грустить, пойдем танцевать. И ты сразу такой, ну не смеши меня. Да, еще она любит меня смешить человечками вот такими. Вот эти. Я просто хожу человечком и издаю звуки. Вот такие, а он смешивается постоянно. Мне смешно. Нет, все-таки я верю. Не могу сказать, что у меня было много разных там каких-то таких. Ну вот даже Камила, моя подруга, она пипец вообще как верит в гороскопы, она близнецы, кстати, как моя мама, мой папа и мой дедушка, они все у меня близнецы. И вот, да ладно? Да, и вот типа вот это... козероги с близнецами, ну, хорошие друзья, и так и есть на самом деле. То есть у них вот именно в плане дружбы очень хороший союз. Вот если говорить о моих отношениях с моей мамой, мы друзья, да, бывают какие-то там недопонимания, но в целом, ну, это нормально, да, между родителями и там ребенком. Бывают какие-то недопонимания у всех, да. Но в целом я понимаю, что мы друзья. То есть помимо того, что она моя мама, я ее дочь. Просто знаете, что всегда, если есть какая-то конфликтная ситуация, ее можно повернуть, и всем станет лучше. И вообще нужно всегда помнить. Я всегда думаю о том, что жизнь одна, жизнь короткая, да. И зачем тратить время на какие-то там ссоры, обиды, да, те же недопонимания. Короче, надо жить в кайф, любить, уважать своих близких и тоже никогда долго не держите обиду. Вот что еще мне нравится в Славе, что если я его как-то обидела, а вот есть у меня такая черта в моем характере, не знаю, это зависит от того, что я козерог, либо фиг его пойми. Я иногда могу что-то сказать такое. У меня, кстати, реально с этим проблема. У меня и в прошлых моих отношениях была такая проблема, что я могу что-то говорить, и я думаю, что все нормально, и нет ничего обидного, а человек обижается. Вот есть у меня такое. И что мне нравится в Славе, что он тоже уже, ну, не то что нашел подход, но он понимает, что, типа, я не это, может, имела в виду. И, понятно, я потом, ну, оправдываюсь, говорю, типа, да нет, я не хотела так тебе сказать, хотеть обидеть. Но я могу обидеть не специально. Вот что меня бесит во мне, что иногда мне кажется, что я делаю лучше, а понимаю, что сказала что-то то. Будем снимать кукинг вот в ближайшие дни, поэтому подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить его. Да, потому что у нас же был челлендж, должно было набраться 100 тысяч подписчиков на канале. А у меня уже 104 тысячи, представляете? Да, видите, ну чем больше, тем лучше. Спасибо вам огромное-огромное спасибо. И, короче, подписывайтесь тоже, потому что у Юли выйдет кукинг, и у меня выйдет кукинг. Мы разделим его на два канала, чтобы вам было интереснее смотреть. Да, мы еще такое задумали, что... Ну не рассказывай. Да наоборот, вы ждут. Ладно. Короче, у нас такая задумка очень хитроумная, так, чтобы вам было интересно. Мы снимем на Юлин канал, там, где я буду покупать продукты и готовить, и мы будем готовить еду. А на мой канал снимем, как Юля покупает продукты, и мы вместе готовим еду. Ну, короче... Слушай, ты лучше рассказать не мог вообще. Короче, теперь рассказываю я, мои хорошие, внимательно слушаем. Тот момент можно было на перемотке послушать. Ты офигела? Я не офигела, ты не рассказал самую главную суть. Какая суть? А в чем суть? Самая главная суть в том, что я не буду знать, что мы будем готовить.
на моем канале. Ты сам выберешь блюдо и купишь продукты, я об этом не буду знать. То есть только в момент съемки, когда мы уже будем стоять на кухне, я узнаю, что за блюдо выбрал Слава. Да. И то же самое мы провернем на канале Славы, да. Только уже он не будет знать, а я все закуплю. И это будет экшен, потому что я пипец как переживаю. Я-то в себе уверена, я знаю, что я выберу что-то нормальное, что мы приготовим, потом сможем покушать хотя бы. А то, что выберет Слава, я даже не представляю, что ему в голову придет. Какие-нибудь вареники. Ребят, не знаю, если честно, я нормально могу, в принципе, все выбрать, а вот даже не представляю, что Юля мне может загадать на моем канале. Вообще, просто какую-нибудь дичь загадает, и я... Но, а готовить... мне потом придется это готовить. Ну, ты же не один будешь готовить. Не просто так, а под шафе. Под шафе, чутка винчика для аппетита. Бутылка хорошего, приятненького, полусладкого. Сыр косичку купим. Да-да-да-да-да-да. Снимать будем на фишай. Мы уже решили, да, чтобы атмосфера кукинга сохранилась. В общем, обязательно ждите. Вот реально на этой неделе мы снимаем видео. И можете следить у нас в инстаграмах за нашими сторисами, чтобы узнать, когда мы снимаем все такое. Ну и, наверное, во время готовки, может, мы будем что-то обсуждать, поэтому можете сразу оставлять какие-то комментарии, там, вопросы задавать. Все такое, по кайфу. Сейчас я еду 110 км в час. Здесь разрешено 90. Вот. Но на 20, на 19 можно превысить маленько, чтобы не плестись, как корова. Игра Ганнибала, вот. Это там, где хавают людей? Ну, это расследование преступления хитро... ну, этого серийного убийцы. Очень интересно. А. Не, ну может сходить на куда пропала Бернадетта. Я не знаю, какие у тебя есть фантазии, короче, твои желания. Кто не смотрел неделю влогов Славы, обязательно посмотрите, потому что это было как раз в последнем дне. Или в... нет, в предпоследнем дне это было. Где мы, короче, пошли в кино на фильм «Оно» и зашли не в тот зал. Мы сидим минут 5, наверное, и понимаем, что что-то вообще странно, людей нет, какой-то фильм идет уже, ну, видно, что не только начало. И Настя, наша подруга такая, спрашивает у соседки, ну, в зале соседки по парте: «А, извините, а какой фильм вы смотрите?» Она такая: «Куда пропала Бернадет?» И мы просто взрываемся. А, и он понимаем, еще час уже идет, и она такая: «Да-да-да». Что? А мы такие пришли, такие молодежь, с попкорном начали, там такие: «Ну чё, где оно?» А тут: «Куда пропала Бернадет, твою мать?» Да всем пофиг, куда пропала Бернадет, реально пофиг. Там сидело человек 5, наверное, все сидели просто в телефон втыкали, общались, знаешь, какие-то, как будто какие-то свои дела решали. Чисто. Не, ну видно, зашли, что интересный фильм. Очень. Так что, короче, жестко. Ну не знаю, посмотрим. Да? Приедем домой, может, покушать сколь вообще вместо кино. Тем более, что у нас дома Borderlands. 13 сентября выходит третья часть игры Borderlands. Мы сейчас играем во вторую и уже нормально так прокачиваемся. У нас уже какой 15 левел. Как приедем домой, покажу вам балкон. И главное, не забыть. Ты мне напомнишь, пожалуйста, если сам не забудешь. Сделай свой фирменный переход. Не, мой фирменный переход только на моем канале. Твою мать. Ладно, какой у тебя? Приезжу, а какой у тебя тут переход фирменный? У меня? Твой, какой твой фирменный? У меня такой переход, что сначала я в машине, а потом фигак, и я дома. Вот мы уже и дома, ребятки. Перед тем, как мы пришли домой, мы сходили в ресторан, покушали шашлычок, все такое. Сейчас я вам покажу балкон. Помните из недели влогов, как выглядели балконы? Когда я вам еще говорила, то, что в них разбираюсь, заколебалась, эти чемоданы туда-сюда. Вы готовы увидеть то, что теперь у нас стоит на балконе? Прошу. Вот так мы заходим на балкон. Тут стоит единственная полка. Мы пока еще не придумали, куда ее в другое место ставить, поэтому будет пока стоять здесь. Пустота. Та-дам! Вот это я тоже хотела отвезти на дачу, потому что нам она не нужна, мы не пользуемся. Но вот здесь, например, лежат какие-то пеленки Вивьены. Тут чемодан стоит, в котором целых еще два чемодана, розовый и черный, средний и маленький. Свет, пылесос, которым тоже мы не пользуемся, но когда приходит клининговая компания, они всегда выбирают этот пылесос, потому что он не садится туда-сюда. Так что теперь здесь вот так много места, можно прям дискотеку устроить. А вот и дискотека. Вивьена весь день нас не видела. И сейчас мы с вами зайдем на другой балкон. У нас тут сейчас разложен диван уже, наверное, на протяжении недели, потому что каждую ночь мы играем.
в Borderlands. Тут лежат Вивьенины косточки, которые она сюда притащила. Она сама все сюда притащила. А здесь раньше стоял стол. Сейчас здесь стоит кушетка для наращивания ресниц, для массажа. Коробка от квадрокоптера. Там три фона стоит. Вот, короче, увидели. Тут еще один фон длинный. Мишка. Но суть не в этом. Суть в том, что тут теперь, мои хорошие, да, нет тех коробок, которые здесь стояли. Если вы посмотрите неделю влогов, то вы вспомните. Так что теперь здесь вот так, вот эту штуку сюда оттащили. Поставили стол, который стоял здесь, ну, с той стороны. Тут вазочки стоят. Кстати, вот эта штучка у меня пустая, пока не знаю, что с ней делать. И, в общем-то, как-то так. Да, конечно, не идеально, но все-таки намного стало лучше. Мне безумно нравится то, что как-то попросторнее стало. Тут вот вещи как и висели, так и висят. Там тоже на полу ничего лишнего. Только коробка с какими-то прибамбасами, но в целом все идеально. Ну и сушилка у нас тут стоит, потому что там не очень хорошо ей стоять. В общем, я просто в шоке. Сейчас сидели со Славой в ресторане, болтали на всякие классные темы. На одну. Ты где? На одну классную. Болтали на одну классную тему, обсуждали всяких телочек, которые с собой кучу всего делают. И обманывают мужиков тем самым. И Слава рассказал мне историю. Какую историю? Где там? В Южной Корее? Где? Чувак судился со своей женой, которая родила ему ребенка, который был абсолютно не похож на красавицу жену. Да, это очень что... интересная история. А у нас со Славой всегда на эту тему происходит... И у нас батл. У нас с Юлей батл постоянно. Потому что у нее какое-то вот свое мнение, от которого она не хочет никак отказываться, а я все пытаюсь ей привести. А я привожу ей миллион примеров, которые просто, ну, никто не воспринимает никак. Я говорю, да, но нет. Да, да. Она говорит, да, да, она соглашается. Но нет, нет, это не то, я что-то так не думаю, но... Так ты определись, ты соглашаешься или нет? Ты так громко бухарёшь. Смотрите, у нас абсолютно разная точка зрения, потому что я говорю, если человека это сделать счастливым, те же губы и все такое, если это сделает его счастливым, почему нет? И пофиг. Я говорю, что люди это делают, ну, нормальные люди, это делают в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя лучше, уверенней. Пусть это какой-то бзик в голове, да, я понимаю, что люди... Ну, которые с собой сильно что-то меняют, у них реально, ну, в голове есть какая-то проблема психологическая. Но это не значит, что что-то плохо. Если человека это сделать счастливей, ты мой маленький, ты мой сладенький, маму весь день не видела. Ой, я, короче, безумно, просто безумно устала за сегодня, потому что вчера ночью мы все эти тяжелые штуки тащили в машину, спускали. Все загрузили вчера ночью, сегодня утром, ну как утром, днем, поехали на дачу, там все это разнесли, положили на места, потом ехали домой, короче, пипец, что-то я заколебалась. Выгляжу я тоже не камильфо, нифига, ну думаю, сладкий, как-то по маме скучала. Мы сегодня Виву с собой не взяли, потому что подумали, ну что ребенка мучить дорогами всякими, тем более, что мы так приехали. Считайте, вот с дедушкой увиделись, вещички отвезли и домой. Так что, Вивик, не грусти, в следующий раз точно с нами поедешь. Так что вот, ну, а я с вами прощаюсь, надеюсь, что вам понравилось это видео, этот влог. Оставляйте мне много-много-много комментариев, потому что я все читаю. А еще нас ждет ремонт дома, а конкретно поменять обои. И я это хочу сделать за сентябрь. Не знаю, насколько все это получится, но... Дай боже. В общем, ладно, всех люблю, целую, обнимаю. Спасибо еще раз, что смотрели это видео. Я пошла монтировать этот влог, чтобы завтра вы его уже увидели, а для вас сегодня. Так что, спасибо.